Казалось бы, не так давно началось лето, и вот уже оно приближается к своему завершению. Летом нужно сполна использовать все возможности для хорошего отдыха детей. И эти возможности, конечно, используются. Сотни тысяч кубанских школьников набираются новых сил в разнообразных лагерях и на туристических базах Краснодарского края. Мы побывали на турбазе «Сосновая роща», где отдыхали славянские ребята. Расположенная в живописном лесном массиве в предгорьях Абинского района, туристическая база «Сосновая роща» имеет все необходимое, чтобы здесь можно было отдохнуть, окрепнуть, пообщаться с друзьями. На территории базы есть детская, волейбольная и баскетбольная площадки. Ребятам из Славянской 17-й средней школы здесь очень понравилось, довольные педагоги. Нас гостеприимно встретили, расселили в домики трехместные. Для детей это было приятное удивление. Территория оборудована всем необходимым. Для детей есть возможность проведения активного отдыха, да, то есть спортивные игры, спортивные состязания мы запланировали здесь, и кубок «Сосновой рощи» придумали, да, и детей ждут викторины по кубановедению впереди, прогулки по парковой зоне. Самые яркие впечатления от отдыха у выпускниц школы, которые решили набраться здесь сил перед началом своей взрослой жизни, стартом в которую будет студенчество. В столовой кормят просто очень хорошо, мы все наелись, причем разнообразно на самом деле. Плюс тут удобные домики, есть площадка для детей, и пока только хорошее впечатление и настроение тут не может быть плохим. Нужно, чтобы все запомнилось, чтобы все школьные годы, они как-то отложились, и это стало таким даже не точкой, а восклицательным знаком, который будет вспоминаться каждый год с улыбкой на лице. Тишина и целебный воздух хвойного леса пришлись по душе тем, кто немного устал от городского шума. Всем понравились спортивно-развлекательная программа и отличные условия, созданные здесь для детского отдыха. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».